уже в салоне буду делать свои пальчики. Уютно, комфортно. Мастер у меня Ева, девочка. Вот такая поверхность. Сейчас начнем. Растила я, растила. Ну, сейчас сделаем. Сделали форму моим ногтям. Ничего, ничего. Сейчас следующий этап. Фреза, да, или как называется? Да? Сейчас фрезой мне будут. Ага, фрезер. Подкорректируют мне кутикулу. За лампой моей мастерицы не видать. Ну, как-то ребенок не был никогда. Кутикула очень тонкая и маленькая. Мастер думала, что я недавно делала маникюр. Одна девочка со своей дочкой пришла, ассистирует. Тут еще один мастер. Моделька с этой стороны, я посередине, с этой стороны тоже моделька. Мои ручки с ноготочками будут красивые. Сразу убрать его. Мне кажется, так много. Не надо. А как ты его уберешь? Ты знаешь, как его убирать? Чуть-чуть сюда. Распределяешь влево, вправо. Потом немножечко сюда. Здесь уже начинаешь его утрамбовывать вот так. Под углом. Вот так. Потом снимешь, сейчас ничего не убирай. Ты много навалила, значит снимешь, стянешь и на другой ноготь положишь. Уже доравниваешь ноготочек. Не хочу. Было все ровненько. Сушить. Процесс идет. Будет лепота. Еще, наверное, час сидеть. Сейчас пока укрепляют. Наносят бумаги. Я так.
профессор ходит, проверяет. И ассистент. Ты проверяешь, да? Все. Все подсушивается. Теперь пил формирование под нанесение гель-лак. Следующий этап – выбор цвета. Цветов мало. Одна модель выбрала такую. Другая модель выбрала розовую. Я кофе с молоком и елочку. Такой будет. Все. Покрытие делаю. Будет зеленый. Под лак кошачий глаз. И потом в лампу. Красота. Последний штрих. Ага. Четыре ложа. Сушим, досушиваем. Сейчас следующую ручку. И вот я уже вышла. Вот с таким маникюром. Кошачий глаз. Очень понравилось мне. Так что приходите. Университетская 33. Профи-стиль. И делайте маникюр. Вот, приглашаем модели. Телефон. Обращайтесь, девочки.